Мальчики купили студию в складчину и начали хуячить рэпчик в натуре кячевый. Немного удачи и качественного ганджика. Через полгода замаячил кое-какой материальчик. Выкинули в сеть, интересно, кто что скажет. Через полгода их треки были на слуху у каждого. В этой теме неутолима жажда. Подперли альбомы, выступления, продажи. Без клипов на каналах, чисто сарафанное радио. Присутствие их музла в порталах реально радовало. И братва в поисках свежего материала перекапывала тонны гигабайт левого хлама. Им предлагали контракты, крутую дистрибьюцию, концерты от Питера до Иркутска. Но на все эти предложения они ответили однозначно: у нас другая волна, и она нас прокачивает. Всем знакомо, если нету книжек в пределах района, это обломно, это вообще не дела. Тогда нам снится зеленая трава у дома, чтобы все ровно, сто пудов без палева и всегда. Тема всем нашим, когда затихнет музыка, будет неважно. А пока что для всех и для каждого система отлажена, и время покажет, сколько эти сорванные башни еще будут ебашить. Завтра кого-то свяжут и положат в багажник, увезут подальше и закопают в холодном лесу. А кто-то также пойдет к соседу за ганджи, найдет бумажки и спать ляжет в 9 часов. Кто-то вообще не сможет уснуть, короче, не суть. Вася, нажми на паузу, блядь, че я несу. Разница между харакири и тирамису. Какие бы дожди не лили, качели на весу. У нас другая волна, и она нас прокачивает. Всем нашим пусть сопутствует удача. И если вдруг будет иначе, не сворачивай. Задача — закончить то, что начато, и идти дальше. У нас другая волна, и она нас прокачивает. Всем нашим пусть сопутствует удача. И если вдруг будет иначе, не сворачивай. Задача — закончить. У нас другая волна, и она нас прокачивает. Всем нашим пусть сопутствует удача. И если вдруг будет иначе, не сворачивай. Задача — закончить то, что начато, и идти дальше. У нас другая волна, и она нас прокачивает. Всем нашим пусть сопутствует удача. И если вдруг будет иначе, не сворачивай. Задача — закончить то, что вылетает в город из этих студийных мониторов. После прослушивания на повторе становится тем, чему вторят на телефонах в виде самопальных рингтонов в формате MP3 на невышедших пиратских альбомах. Мне все равно, в студии или дома, в дороге минусок в ноуте и на скорую текст в айфон. Если кто-нибудь заплывет на студию мимоходом, по-быстрому оформим совместку, ну о чем нам. На ночь в студии оставляю гаджеты включенными. Утром как ни в чем не бывало, припев черного, прописываем голос, сводим звук. Учок, ну чё, братка, чё скажешь, как прочёл? Зачёт. Не ради бабла на счёт, а ради зачёта у тех, кто этим также увлечён. Почётным и нечётным, так-то, брат, чё? Здесь всегда есть почитать, чё? Давай взорвём ещё один трючок. Насколько удачно, узнаем потом, когда из тачек он прокачает район. На этом участке, походу, обгон запрещён. Делите по брат, кому-то салам, кому-то шалом. Несём ответственность за качество, и это опасно, если они втроём. Уф, микрофон и бас. И может кто-нибудь левый снимет кассу. Но эти странные фразы всё же были сказаны. Да, иногда я зависаю на Яузе, но я всегда в курсе, как добраться до кузни. Я не заблужусь, тут есть кнопка паузы. Я присяду и дождусь, пока меня отпустят. Я вернусь туда, я знаю, это точно. Даже с закрытыми глазами, даже темной ночью, даже на ощупь. Только дайте мне побольше времени, я приведу вас прямо к Ленину на Красную площадь. У
нас другая волна, и она нас прокачивает. Всем нашим пусть сопутствует удача, и если вдруг будет иначе, не сворачивай. Задача закончить то, что начато, и идти дальше. У нас другая волна, и она нас прокачивает. Всем нашим пусть сопутствует удача, если вдруг будет иначе, не сворачивай. Задача закончить то, что начато, и идти дальше. У нас другая волна, и она нас прокачивает. Всем нашим пусть сопутствует удача, и если вдруг будет иначе, не сворачивай. Задача закончить то, что начато, и идти дальше. У нас другая волна, и она нас прокачивает. Всем нашим пусть сопутствует удача, если вдруг будет иначе, не сворачивай. Задача закончить то, что начато, и идти дальше.